Привет, друзья! Только что закончил 14-километровую пробежку. Вокруг, чуть не сказал, Лисьей горы, вокруг Салтыковки. Вот. Короче, остановился здесь, потому что нужно зайти на рынок, продышаться. Вот, где-то 4 человеком помахал рукой, может быть, что же бегают люди. Вот, я хотел было сегодня перенести длинную пробежку, но не перенес, потому что погода хорошая, и, ну, в смысле, снега нету, можно нормально бежать по асфальту. Там правая нога натерлась, где-то ступня носком, не знаю, что, надо посмотреть, что там мешало бегать уже в конце. Но так, в целом, нормально пробежал. Меня всегда удивляет, что я могу эту дистанцию бегать, потому что так бежишь. Вот, в общем-то, в конце концов, прибегаешь. Я даже на некоторых участках снимал шапку, потому что было, в общем-то, тепло. Сейчас тепло на улице. Хорошо, погода. Снег растаял. Сейчас вернулась осень. Вот. Так что я сбегал по лошадку и вернулся обратно. Родительными кучами. Сейчас куплю антицветочки, себе клюквы, и можно будет наслаждаться субботой по полной программе. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, привет из кучи.